Всем доброе-предоброе утро. Как вы заметили, мы уже на пляже. Холода ушли. Зима, холода, одинокие дома. Все, тепло. Я накулючилась, как всегда. Ну, хотя нет. Тут у меня обычная вот такая вот, как футболка, что ли, с длинными рукавами. Поэтому нормально. Ну, горлышко, естественно. Сегодня дело квадратненькое, потому что квадратненькие штаники. Вот. Хочу съездить в Лидл. Овощей купить. Овощей нету. Ну, в Лидл, в Алькампо, Меркадона. Сейчас все рядом, слава богу. Хочу себе супчик один сварить. Ну и думаю, раз я уж поеду, то тогда Чарли отвезу на пляж. Чё, походим по пляжу. И километров больше намотаю. И погода замечательная. У нас сегодня 18 градусов обещали. Не обманули, не обманули. Так что вот такие дела. Будем спортом заниматься, жиры растрясать вчерашние. Ой, солнышко греет, и ветра нет, вообще шикардос. Так что вот такие вот у нас пироги на утро. В своем любимом парке. Здесь такая площадка детская классная. Я уже и на качелях накаталась. Вон там. Даже в инстаграмчик. Сторис выложила. Подходим, записываемся. Ой, записываемся. В очередь, записываемся в очередь. Подписываемся. И будет вам счастье. В виде меня. Ой, мы уже почти проходим к финишной прямой. Смотрите, как классно для детей вот тут лазить везде. Да вообще, да я бы сама полазила. Никого никогда нету, горки. И прям так вот на протяжении всего парка. Поилки стоят, вообще здорово. Хороший парк. И для собачки моей белой так классненько. Ай, вон еще качели. Ай, давайте еще покатаемся. Та-дам! Та-дам! Вообще, я катаюсь, когда... Я на качелях не очень люблю кататься, но если вспомнить детство, то нормально. И Чарли мне разрешает. На тех он на меня гавкал, говорит, ты не катайся без меня, я тоже хочу. А на этих шикардос. И попа влезла. Представляете? И попа влезла, но меня начинает быстро тошнить. На качелях, поэтому я не люблю качели с детства. И вот эти особенно карусели, которые кружатся. Ох. Потом выхожу, как это. Привет с большого Бадуна. Так и добрый вечер. Да? Да, моя сладкая рыбка? Да, ты гуляй, гуляй. Сейчас будешь в машине спать где-то полчасика. Пока мамка будет ходить за продуктами. Ой, ой, ой. Схватил какой-то листик и бегает, бегает. Вот, ему зачем какие-то игрушки? Вон листик сколько много от пальм. Видите, вот. Вот, и побежал. Сам с собой. Сам с собой. И хугеты? Такие? Я хугеты? Ну, это хугеты? А? А? Опс. Вот, вот, побежал. Вот, вот, сейчас он ее разгрызет в дрезбезги. Вот так. Какой зверь хищный. Все, выходим из парка, опять на пляж. Зашла в Меркадон, уже взяла себе мандаринчика. Мандаринчики. Еще хурму взяла, но она мне почему-то как-то не очень понравилась. Так как я пойду еще в Алькампо, то там заберу. Еще возьму на пробу. Так, что у нас тут с ягодами творится? С ягодами у нас здесь все хорошо. Может, чернику взять. Что-то мне малину не очень хочется в этом году. Хотя выглядит прикольно. Клубник у меня есть. Может, все-таки чернику взять? Не хочу. Виноград. Виноград. Очень калорийный виноград, но не будем. А, я хотела на супчик мне нужно. Так, на супчик мне нужно. Тут вот две штуки. Много для меня. Ой, обожаю. Фасоль стручковую. Что-то она дорогая, 3,50. Будем ждать, когда подешевеет. Артишоки. Я как-то их не очень, артишоки. 2 евро, не очень. О, у меня же капуста есть цветная, блин.
Так, что взять-то? Поедем вот туда, там вот, где нарезанное. Посмотрим, что тут. Может, валькампу взять? Стиль деревни вот точно нужен. Так вот, жизнь какая. Думаешь, думаешь. Смотрите, редисочка за евро 10. Ну и что мне делать? Валькампу взять? Овощи, фрукты, мясо, продукты. А вот какой-то набор. Типа того. Ну, тут одна морковка. Смотрите, сколько морковки. А стоит евро 50. Ну, из-за одной морковки. А вот все нарезано, например. Мне прям для супчика туда забабахало все. С грибами. Смотрите, как классно. Евро 65. Вот что. Можно даже. Медитеранию. Микронде, микроволновки можно сделать. Ну тут не очень много всего. В общем, буду думать, чтобы мне такое взять. Но овощи надо. Смотрите, как классно. Почему так морковку не нарезают? Не нарежут. И прям для корейской морковки самое оно. Хотя я брала. Вот. Тоже хорошая получается морковка по-корейски. Вот из этой. Ладно, буду думать, что почем. Смотрите, нашла то, что мне надо. Микс де вердура за евро 15. Здесь все, что, овощи, которые мне нужны. Морковка, капуста, лук, лук-пюрей, потом, так трудно переводить. Лук-пюрей, потом этот, как его, ну, только сейчас вам показывал, вот этот сельдерей. Редька и асельга. Асельга, я не знаю, что такое, но это асельга, вот. А еще взяла капусту кали и сделала такой себе супчик. Смотрите, уже все порезано, вообще так удобно. За евро 15 вообще шикардос, правда? Класс. Так что пойду, что мне еще надо. В принципе, больше-то ничего не на... А, молоко, пойду за молоком. Смотрите, у нас даже блинчики продают. Шоколадом. Раньше такого не было никогда. Блинчики вообще здесь как-то были незнакомым таким элементом. А сейчас даже продают шоколадные. А это, смотрите, база для пиццы с шпинатом. Обалдеть. Чего только нету. Хожу тут, вот распознаю много всякой разной пиццы, которую я не ем, но очень люблю. Блин, все это так влияет на попу. Смотрите, всякие лазаньи. Вкусные сад. С тунцом, с мясом. А вот приготовленная еда уже азиатская. Вот какие-то вкусные штучки. Ой, а что это такое? Ваками какая-то. Это что такое? Салада де мар. Морской салат какой-то. Ну-ка, что это такое? Что это такое? Очень интересно. Евро 25. Может взять попробовать, а? Как вы думаете? Я возьму, попробую, что это такое. Гриб черный. Ну, слушайте, возьму, попробую за евро 25. Я люблю все открывать, все пробовать, поэтому почему бы и нет. Вот, а вот уже, смотрите, это овощи в панировке. В общем, кто жрать не умеет готовить, пришел, все взял, купил, разогрел, поджарил, и все готово. Вообще, столько всего. Глаза разбегаются. Морепродукты, смотрите, какие. Эти улитки. Я ненавижу улитки. Ой, они такие маленькие, что-то. Ну, здесь вкусные, говорят, делать. Я пыталась один раз попробовать, но это выше моих сил. Я не знаю, мне как-то... Ну, не знаю. Не могу я есть их. Но, говорят, вкусные. Соус Медитеррания, средиземноморский соус. А это просто в этом... Ну, в бульоне. Пульпу, осьминожек. 9 евро вот эта штучка. А вот уже готовые 4,50 с по картошечкой. В общем, видите, не надо даже... Вот этот мне очень нравится. Сальпикон де мариско. Там всего так вкусно. 4,50 стоит. Но здесь полкило очень много. Это салат уже такой морской с креветками готовый. Я его летом очень часто беру. Мне нравится.
Так что вот, вот для паэли я уже все готова. Кстати, очень удобно. Я брала. Стоит 7,30, но здесь прям на семью. Ну, смотря, конечно, какая семья кушает. А вот уже для рыбы, смотрите, соус. Здесь масло, господи, этот, чеснок и петрушка. Видите, чтобы не заморачиваться. В общем, всего-всего да всего. А я тут вот финики еще купила. Блин, молоко никак не найду. Прическу себе сделала. Мне вот такой хаос нравится на голове. А еще худеть сегодня мне не получится. Мне позвонила, которая с мужем работает там. В общем, они сегодня делают на работе у них барбекю. И говорит, ну так как муж говорит, ой, она же в час ест, в час 30. И она говорит, давай телефон быстрее буду звонить ей, чтобы она не ела. И приехала, потому что не было, я знала, что они сегодня будут барбекю делать, но не была уверена. Вот она позвонила и говорит, приезжай, где-то в 2:30 будем уже кушать. Ну, мясо жарить, все дела. В общем, так что сегодня отменяется. Похудение, да? Ты не будешь дома сидеть. Представляете, на улице ходила раздетая, дома надела халат. Холодно, открыла двери, чтобы тепло зашло в дом. Ой, не могу, и смех, и грех. Да, кстати, сняла Дед Мороза. Сегодня утром просто уже как-то стыдно, знаете, что у нас еще Новый год. В общем, надо уже потихонечку, наверное, того тоже сейчас сниму. Приготовила салат, повезу тоже, пускай попробуют наш салат русский. Столичный. Ну, я уверена, что им понравится, потому что им понравится. И все, этим сказано. У меня тут на мяте какие-то были белые мошки, поэтому я ее полила специальным. Не полила, а побрызгала специальным этим. И сейчас мяту я есть не могу. Надо ее. Ну, уже неделя где-то прошла. Декабрист отцвел. Отцвели уж давно декабристы в саду. Надо вот этого тоже снять. А еще у нас сегодня сосед дома, который с собакой. А он, знаете, что любит петь. Мальчик такой веселый. Почему мальчик? Ну, ему лет 20, наверное, 18, вот так. И он в душе поет. Так как у нас двери, окна все открыты, туда вот в колодец, в глаз, как здесь называют. Оху. И все слышно. И вот он поет, ходит. Песни у него, ну, не громко, знаете, звучат. То есть не так, чтобы что беспокоили. И самое интересное, что он ночью, допустим, в прошлый раз у него, по-моему, были гости. И в 12, ну, здесь и запрещено с 11 какой-то шум. Можно полицию вызвать, и их успокоят. Ну, некоторые, как говорится, чихали на это. Но нет, он ведет себя довольно-таки прилично. Вообще соседи здесь хорошие. Я за 10 лет, которые 10 или больше уже, 12, жила на старой квартире. Соседи только узнали к концу уже, знаете, когда сейчас туда приходишь. Ой, вы как у вас там дела, как вы там обустроились, ля-ля, тополя. А раньше, то есть, мы их и знать не знали. А здесь всех уже соседи знали, представляете? То есть, дом, конечно, не 16-этажный, как том. Ну и соседи вроде как. И район такой спальный. Вообще мне не нравится слово район, знаете. Не знаю почему. Как года 90-е. На нашем районе такая банда была. Вот так что-то. Не нравится. Ладно, в общем, я тут пытаюсь развязать. Не получается. Блин, у меня батарейка садится. О май год. Сейчас хоть 15 минут ее заряжу. А как же барбекю снимать? Я приехала с пикника и ничего не сняла. Знаете почему? Потому что я взяла камеру без батарейки, ля-ля, и телефон я дома оставила. Но мы поели. Обычно просто без всяких там этих. Привезла Чарли одну костяшку вот такую от мяса, а он чихать на нее хотел. Уже не хотел.
Вроде как хочет или не хочет. В общем, нет у него особого желания к этой костяшке. А вкусный, о, плевал он на нее. Дети. Вот тут положу, может быть, будет. Потом поиграется. Представляете? Мясо наелись. Вы знаете, не так сильно я обожралась. Испанцы не делают всякие салатики, закуски. Там было чисто мясо жареное. Ну, еще там колбаски были такие кровяные. В общем, все такое. Диетическое, можно сказать. Так что я даже не обожралась. Очень даже хорошо. Сейчас попью чаю. Я пораньше приехала, попью чаю и пойду уже девочке милирование сделаю. Поработаю, в общем, немного. Ой, я даже не снимала ничего. Пришла, купила себе вот такие две сережки. Маленькие такие они для уха. Мне кажется, они более симпатичные. И спрей вот такой для пирсинга я спросила в аптеке. В общем, сейчас хочу вам вас спросить, например. Ой, я сегодня много всяких странностей купила. Одна из них кокосовое масло. Вот что с ним сделать? Жарить на нем? Я вот видела многие блогеры жарить на нем. Или еще что-то. Это эко. Сделано. Видите, бирхин. Пахнет кокосом. Но на нем жарить надо, как типа яйца можно жарить, да? Или как это еще? Что, обычное масло или что? Или на хлеб намазывать? Пахнет, конечно, обалденно. Ой, как пахнет вкусно. Ну-ка, может попробовать? На вкус. Я просто вижу, все им пользуются. Ой, ну так застыло. Я прям масло-масло. Какое оно вкусное. Ну прям кокос. Вкусняцкое такое. Офигеть. Прям кокос. Надо мне завтра что-нибудь на нем сварить. Ой, завтра у меня шопинг. Слушайте, так я же дома буду или мне там где-нибудь поесть? Что делать-то? В общем, завтра будем об этом думать. Купила личи. Это вот такие фрукты. Я когда в китайском ресторане бываю, они мне нравятся. Это у нас вот в Лиделе неделя вот эта всякой китайской еды. Попробовать. Ну, вернее, не попробовать, а они мне нравятся. А еще купила вот такие вот, в китайском продаются. Ну, типа китайский хлеб, да, воздушный. Ну, уже покушала немножко. Сироп агавы. Это для кашек, в кашке добавляю вместо сахара. А еще я сейчас сделаю себе колакао на обезжиренном молоке. И колакао у меня тоже такое для худения. А еще я, знаете, ненавижу вот эту пенку, вот эту вот пленку. Фу, она мне прям бесит. Если она мне попадется в рот, то у меня даже рвотный рефлекс такой, знаете, появляется. Прям ненавижу. Так, ладно, буду искать в этих... А, вот, нашла уже. Нашла. Какао, какао, какао. Ой, у меня ж вот какая есть. Перловка есть, твою мать. О, а я думала, у меня нет ничего. Тут... У меня как у той бабки, все есть. Времени нет на жрачку и готовку. Такой вот какао. Без сахара, типа фибра, ля-ля-ля, тополя. Ну, конечно, калорийные тоже, зараза, но... Знаете, я так замерзла, посуду помыла и согрелась немного. Вот, а сейчас хочу просто тепленько, как молочко, какао попить. И будет... Мне здорово. Какао, какао, какао. Девчонки там болтают. Сейчас смотрела по интернету, там какую-то дорогу перекроют в Гранаду, а я завтра собралась. Муж говорит, не езди, что ты одна поедешь? А он не может со мной ехать. Я говорю, ничего, я же за ним-то ездила в Гранаду, добралась до того же самого центра.
Ничего со мной не случилось. Только вот эта дорога, там куда-то будут на другую часть переправлять. А куда я не пусть? Как заблужусь? Ну, GPS есть. Я же умная девочка. Дурочка, я же умная дурочка. Ладно, буду с вами прощаться до завтра. Так что смотрите, подписывайтесь. Вдруг у меня приключения завтра какие будут. Потеряюсь или еще что такого. Дай бог, нет. Но вдруг. Так что колокольчик ставим. Спасибо вам за всякие комментарии. Вот, за то, что интересуетесь. Всего вам самого наилучшего. Всем пока и до завтра. The first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping.